Все знают, что важно не только создать семью, но и суметь сохранить ее. Для того, чтобы помочь молодым семьям в трудных жизненных ситуациях, да и просто вовлечь их в культурную и спортивную жизнь района, на базе молодежного центра «Континент» в 2012 году был создан клуб молодых семей «Счастливы вместе». О том, как записаться в этот клуб и что нового там можно для себя узнать, смотрите в репортаже моих коллег. За почти 10-летнюю историю помощь, поддержку, общение и интересное времяпрепровождение в клубе «Счастливы вместе» получили десятки молодых семей. Сейчас в составе около 35 семей со всего района. Программа их встреч самая разная – от экскурсий и походов по памятным местам до спортивных турниров и встреч с психологами и педагогами. У нас в нашем клубе есть традиционные мероприятия. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы в них. В частности, это стрелковый турнир и турнир по рыбалке, и золотая ракетка – турнир по теннису, и поэтому мы переместились больше на онлайн, общаемся в онлайне, и вот эти вот встречи впервые в этом году мы намерены провести несколько таких встреч с центром The Animal. Это каждая последняя суббота месяца. Темы будут различные в зависимости от интересов самих родителей, которые нам будут предлагать тему для встреч. Одно из последних мероприятий прошло на базе центра The Animal, где молодые семьи получили уникальную возможность пообщаться с детским психологом, узнать особенности развития детей дошкольного возраста. Мы последовательно рассмотрим каждый возраст и будем знакомить родителей с тем, каковы особенности возрастные, на что обращать внимание, какие периоды наиболее благоприятные для того или иного возраста, то есть чтобы родитель мог опираться на сильные стороны и избегать слабых. Обязательно познакомить хотим с кризисами, потому что мы, как правило, знаем кризис подростковый, но на протяжении всей жизни, начиная там вообще с самого момента рождения, нас сопровождают кризисы. Ну и дабы избежать вот этих всех сложных моментов и помочь ребенку максимально развиваться с пользой в безопасном поле, вот наши занятия, вот встречи, они будут направлены как раз-таки на этот момент. Подобные встречи с психологом в клубе молодых семей планируют проводить каждый месяц. Участие бесплатное. Главное – стать членом клуба «Счастливы вместе». А сделать это очень просто. Надо обратиться в управление по делам молодежи, и вас запишут на следующую встречу. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».